Открытие нового хоккейного сезона стартует уже 26 октября. В Ледовом дворце ХК «Саров» скрестит клюшки с командой из Таншаева в первой домашней игре в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой. Для зрителей пройдет торжественная церемония. Но перед этим саровчанам еще предстоит сыграть на выезде за Кубок открытия с прошлогодним чемпионом ХК «Княгинино». Планы и цели, они всегда одни – сыграть лучше, чем в том сезоне. Да? Если заняли второе место, то, соответственно, достигнуть уже самых высоких вершин, постараться занять первое место. Других планов быть не может. Новые игроки у нас только Никита Богдашин добавился. Так никто из прошлогоднего состава не ушел, не покинул команду. По словам Сергея Колюбакина, состав участников чемпионата в этом году обещает быть сильнее. ХК АК из Павлова расформировалась, и ее игроки пополнят другие команды. Также в чемпионат подключилась новая команда – Университет Лобачевского, которая будет играть вне зачета. Амбициозные молодые ребята, даже здесь как-то учились, играли. В общем, я думаю, что эта команда, она пускай и не в зачет играет, но она очень попортит нервы соперникам. Также добавилась команда из Урения. Всего в сезоне сыграют 8 команд. Сейчас ХК «Саров» усиленно и напряженно готовится к серии игр. Игроки отрабатывают моменты, работают над ошибками, морально настраиваются на борьбу за кубок, которая не обещает быть легкой. Я считаю, что мы готовы к сезону, как в моральном, так и в физическом плане. И сезон обещает быть интересным, обещает быть сложным, потому что многие команды усилились новыми игроками из разных лиг. Поэтому загадывать не будем. Будем биться, играть, как играли, на максимум. Стараться забирать побольше игр, выходить в плей-офф. Ну а дальше идти за кубком. Команда готовится, потихонечку уже все втянулись. Я думаю, по физическим кондициям, конечно, всегда есть где добавить. Но посмотрим. Первая игра с Княгинино. Как раз проверим и свои кондиции. Плюс есть, так сказать, должок перед ними за финал прошлого сезона. Команда готова, но добавлять всегда есть в чем. Этот сезон будет покороче. Пятая финальная игра чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой закончится 12 апреля. Если в том году как-то кучно разбивалось, через 2 недели играли, были паузы вот такие большие, 2-3 недели, то в этом сезоне уже практически каждую неделю там есть несколько пауз. Новогодние вот каникулы мы перенесли пару игр уже. То в этом году все будет поплотнее. Так что всегда будем находиться в игровом тонусе. Может быть, в том году это еще и сыграло с нами злую шутку. ХК «Саров» ждет болельщиков на домашние игры. Приходите поддержать команду и посмотреть зрелищные ледовые схватки. Приятнее всего, особенно дома, играть при болельщиках, когда колоссальная такая поддержка с трибун. У тебя больше сил, больше эмоций, которые ты стараешься вкладывать в результат игры. На этом мы стараемся сделать акцент, поэтому приходите на матчи, мы вас очень ждем и будем стараться радовать нашими победами, нашими достижениями. У нас хорошие болельщики, всегда приходят, поддерживают нас в любую минуту, в разные сложные ситуации. Хочу попросить, чтобы продолжали как и было, и надеюсь, мы будем их радовать нашей игрой. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.